Всероссийский конкурс юношеских исследовательских работ имени Вернадского имеет многолетнюю историю. Ежегодно его участниками становятся тысячи школьников из разных уголков России и некоторых стран СНГ. Чтобы пробиться в финал, который прошел в Москве, ульяновским ребятам пришлось пройти серьезный отбор на своей малой родине. Сначала на муниципальном, потом на региональном уровнях. Это конкурс очень весомый и значимый, потому что там оцениваются исследовательские работы. Не просто проектные работы, не просто сочинения, а дети должны произвести именно исследования. По итогам первенства два старшеклассника из школ Ульяновска и Димитровграда получили дипломы первой степени, а ученица 72-й Ульяновской школы Ирина Сударева стала победителем в секции микробиологии. Проект Ирины направлен на изучение влияния эфирных масел на вредные микроорганизмы. Я исследовал, какие микроорганизмы находятся в воздухе, и также как можно уменьшить их количество. То есть в своем исследовании я использовал такие методы, как проветривание и распыление эфирных масел разных и в разных концентрациях. В своем исследовании наша героиня путем экспериментов и практических работ выяснила, что именно эфирные масла лучше всего обеззараживают воздух. К тому же это самый дешевый способ профилактики простуды и гриппа, ведь одного флакончика хватает на месяц. Когда у нас в школе была вспышка ОРВИ, и очень многие классы болели, там и по 15, и почти по 20 человек, в нашем классе не заболел ни один ребенок. То есть мы в этот момент как раз занимались этим исследованием, мы делали посевы регулярно, вот, и потом сопоставили результаты, и оказалось неожиданно для нас самих даже, что на самом деле никто не заболел. Как итог, самый низкий процент заболевших по сравнению с другими классами в школе в этом году. Свой эксперимент школьница проводила на базе микробиологической лаборатории Ульяновского аграрного университета. Анна Тищенко, Даниил Сурков, новости «Ульяновской правды».